Привет! Вы уж, конечно, извините меня, немножко простыла, голос сел. Не знаю, как у вас, у нас погода непредсказуема. Сегодня, даже сейчас, солнышко, тепло, хорошо. Ночью уже может нападать снег. Видимо, вот этот перепад температуры и сказался немножко на мне. Но я не отчаюсь, чай с лимончиком, медик, конечно, пью. И уже, как вы видите, сегодня голос появился. Вчера вообще голоса не было. Поэтому, я думаю, все должно быть прекрасно и даже лучше. Ну, хочу также начать сегодня с приятного. Я хочу поздравить Мартина с приобретением автомобиля. Поздравляю вас, чтобы у вас на дороге всегда был зеленый цвет, чтобы ваша машина приносила вам 100% пользу, а поездки были приятными и отличными. Также я сегодня хочу рассказать анекдот от подписчика. Спасибо тебе огромное за такой прикольный и классный анекдот. От меня лично тебе огромный-огромный привет. Ну а сейчас большие пальчики вверх. Взяли чай, кофе, кому что нравится, сели поудобнее на диван, на пуфики и поехали. Мужик приходит к соседу и говорит: «Слушай, сосед, одолжи мне топор, мне дерево старое срубить надо». Тот сидит в кресле и говорит: «Да, конечно, без проблем, наверх поднимись только, принеси мне тапки и бери топор». Тот поднимается наверх, смотрит, а там две дочери студентки соседа сидят. Он подходит к нему и говорит: «Ну, здравствуйте, а мне отец ваш сказал, что вас можно очерепонькать». Они: «Да не может быть такого». Тот наклоняется вниз и кричит: «И ту, и другую!» Отец: «Да, и ту, и другую!»